Разработку генерального плана Севастополя планируют завершить в первом квартале 2017 года, устранив все замечания законодательного собрания, в том числе при разработке правил землепользования и застройки, заявил на аппаратном совещании исполняющий обязанности директора Департамента архитектуры и градостроительства правительства Севастополя Михаил Михайлович Храмов, отчитываясь о деятельности ведомства за 2016 год. Кроме того, еще в конце 2015 года начали работу по координации внешних границ Севастополя. На данном этапе для согласования границ муниципальных образований требуется внесение изменений в 8-ю статью 17-го закона Севастополя. В статье 8 данного закона очень условно обозначена граница муниципальных образований. Департаментом проведена работа по согласованию границ между муниципальными образованиями города. Все границы согласованы с муниципалитетами. И для того, чтобы произвести регистрацию границ между муниципалитетами, границ города все в реестре, необходимо внести изменения в статью 8 данного закона 17-го. Мы услышали о том, что все противоречия, которые были, или, может быть, несогласованные моменты между муниципальными образованиями сняты. А что касается внешних границ субъекта Российской Федерации, то есть наши границы Республика Крым, там все отрегулировано? Вот в рамках этого контракта внешние границы мы не корректировали. Внешние границы уже были ранее поставлены на кадастровый учет, и они остались без изменений. Но мы же знаем, что там есть спорные моменты. Если мы будем вносить изменения в закон, хотелось бы, чтобы комплексно во всяком случае, вопрос рассматривался. Катерина Борисовна, я эту проблему знаю с внешними границами. К сожалению, она у нас на сегодня департаментом не решена. Данную работу мы ведем, в том числе и с законодательным собранием. По поводу внешних границ мы уже обратились к Степанову, заместителю полпреда. Для организации рабочей группы, ту, которую вместе с Крымом создали первое заседание, мы настойчиво уже 2 месяца предлагаем обсудить технический вопрос согласования границ Республики Крым.